На связи с нашей студией, вживую наблюдавшая за парадом, корреспондент Эльмира Мусазаде. Здравствуйте, Эльмира. Расскажите, пожалуйста, какая атмосфера царила на площади во время парада? Здравствуйте, Октай. Как вы верно отметили, сегодня по всей республике проходят праздничные мероприятия, посвященные столетию вооруженных сил республики. Именно 26 июня 1918 года в первой на мусульманском востоке Азербайджанской демократической республике были заложены основы национальной армии, которые чтутся в Азербайджане и по сей день. Сегодня праздничные мероприятия проходят по всей стране, но самое грандиозное, самое масштабное мероприятие прошло в самом центре Баку. Именно здесь состоялся торжественный военный парад, посвященный столетию вооруженных сил республики. На военном параде приняли участие свыше 4000 военнослужащих Министерства обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, службы государственной безопасности, государственной пограничной службы и специальной службы государственной охраны, а также парадного состава вооруженных сил Турции. Кроме того, на параде приняли участие до 100 представителей зарубежных стран. Всего в параде были представлены свыше 240 единиц самой современной и модифицированной техники. Это как бронетехника, так и самые современные ракетные артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты. Отмечу, что первый военный парад в Азербайджане прошел 9 октября 1992 года. Затем парады проходили 26 июня в 2008, 2011, 2013 году. Но самый грандиозный и самый масштабный парад, конечно, прошел в этом году, в 2018 году, по случаю столетия республики. Позади меня вы можете видеть огромное количество людей, которые пришли сегодня сюда понаблюдать за этим масштабным, грандиозным мероприятием, которые пришли сюда порадоваться, почувствовать ту самую атмосферу самой сильной, самой современной армии, которая сегодня имеется у современного независимого Азербайджана.